Немного информации о том, как продвигаются мои аккаунты. Зайду сначала в Litecoin и по порядку по всем. Так, 500 монет получено. 30 до окончания. 18% я прошел на сегодня. Я также нахожусь на уровне 100. Тут пока продвижений никаких нет, но 18%. То есть что-то пока есть. Так, от рефов ничего не пришло. Пока что следующий Solana. По Solana двигаюсь. Вчера неплохо продвинулся, с 31% на 43% выскочил. То есть удачно получилось поиграть в кристаллы, как обычно играю. Вот, так что двигаюсь, буду делиться. Очень хочу до голда добраться поскорее. Но чем дальше двигаешься по уровням, как знаете, тем все это легче. К пассивному заработку иду, если что. То есть так, на доге я уже на бронзе. Ну, уже. Я схалтурил немного. Я купил себе за доллар бронзу. У меня уже не высвечивается это окошко. Получается 500 тысяч. И на них уже играю. То есть играю, наигрываю. Вот на данный момент миллион. Да, это я, наверное, уже пару часиков не играл, да, скорее всего. Вот так вот это выглядит в играх. Кристаллы. Давайте сначала покажу. Вот смотрите, экран. Здесь у меня вейджер 194, 08, 90, 52, 97. Совершая ставки, я повышаю уровень. Так на всех. Да, и двигаюсь по уровням. То есть, грубо говоря, какая здесь цифра получается? 905, 297. Захожу в игры. Захожу в кристаллы. По десяточке. Ну, поехали. Не угадал. Не угадал. Так, ладно, трошки увеличу. Да что ж такое? Мешок понюхал, что ли? Блин, ну просто не угадывается ни в какую. Блять, хотя бы три хотел угадать. Это что за фигня? Осталось только слить, наверное, да? Все, блин. Вот просто ни в какую не угадывается и не идет. Не идет, блядь. Вот надо было двигаться дальше, да и все. Ну, есть. Так, что я тут набил? 700, кэшаут. Да не, надо еще. Хотя бы вернуться, блин, при своих остаться. Так, вот, лям, да, вернул. Вернул, грубо говоря, и плюс к этому совершил товарооборот. Сейчас я зайду, покажу, что у меня там получилось. Так, кэшаут, лям, да, есть. Все, захожу в фьюст. И получается, товарооборот я уже совершил. То есть 194, 10, 49, 52, 97. Так, двигаюсь дальше. Трон. На троне я сам поднялся хорошенечко так. Оборот уже 1556. К 5000 двигаюсь. Я на уровне бронза. Очень здорово. Очень хочу голду. То есть там уже реально будет круто. Да, буквально там 2-3 ставки. И можно уже что-то ставить на вывод. Конечно же, конечная цель это мастер. 33 x в час. Это 2 доллара в час. Здесь, кстати, выплаты я уже выводил. То есть вывел я, получается, один раз 30, два раза по 15. Комплит. Вывод очень быстро, минут 20 буквально. Ну и пополнение, кстати, тоже. Вот я пополняю, допустим, и вывожу с пейра. Очень удобно. Адрес скопировали, отправили, или там адрес скопировали, пополнили. Пополнить можно, конечно, для того, чтобы быстрее уровней достигать. Как я и говорил, получается, я двигаюсь к пассивному заработку. То есть, если с каждого аккаунта будет 2 доллара в час, да, в сутки, грубо говоря, 50 долларов, 6 аккаунтов, 350 баксов. Ну, простая такая цель. Так что участвуйте, обязательно присоединяйтесь. Вот вообще, вот это бомбезный проект. Тут, конечно, конечная цель 1 лайткоин. Я пока на первом уровне, ну, практически половину прошел. Фриспинов еще нет. Фриспины каждый час по партнерке. Тоже пока тишина, но сегодня от партнеров пришло очень много.
там что-то порядка 8000, по-моему, пришло, да, мне что-то там было. Было вот такое. Так, и BNB, это новое, добавили буквально несколько дней назад. Монет дают очень мало, двигаться тяжело, но тем не менее я немножечко вот уже поднастучал здесь. То есть двигаюсь понемножечку, понемножечку. Как и говорил, конечная цель – это пассивный заработок. Здесь тоже 2 доллара в час конечная цель, но хотя бы до голда добраться не мешало бы. То есть это уже будет более-менее весело. Выводы здесь минимальные. Вот BNB, кстати, от 0.0001 минимальный вывод. Ну и везде там минимальные выводы, в принципе, на сайте они указаны. На сайт, если заходите, чуть-чуть ниже баннеров, там я расписал минимальный вывод. Также хочу обратить ваше внимание на Hero обязательно. Собирайте, лутайте монету. Вот каждый час я захожу, просматриваю рекламу. Все это очень быстро проходит. Кстати, здесь я больше 1 000 000 монет уже накопил и купил себе NFT-шечку. Пусть будет в копилочке за лям, пусть лежит. Дело в том, что NFT-шки только дорожают, тем более от такого проекта. На аирдропе получить NFT я купил вообще даже не раздумывая абсолютно. И все, она у меня. То есть это уже монетка моя за целый 1 000 000. Здесь все очень просто. Регистрируйтесь, подтверждаете. Вот получается, я каждый час нажимаю, да, кружочек заканчивается, и потом вот эти хиру добавляются. Рефералочка находится вот здесь. Делитесь со своими друзьями. То есть вот нажали click to share, скопировали и отправили своим друзьям, кому хотите. Все это очень удобно здесь выглядит. Так, баланс. Что на балансе-то? Ну, на балансе пока монеты, да, кстати, блин, хотел показать, где моя NFT-шка, а где моя NFT-шка, она в кошельке вот здесь, вот, за лям купил, обязательно приобретайте. И еще один проект тоже хочу поделиться, iDoggy, на него обзор уже снят на YouTube, так что заходите, забирайте монету срочно, 10 миллиардов дают, вот у меня на балансе, да. Здесь все просто. Копируете вот эту фиолетовую ссылочку, заходите на свой кошелек Trust Wallet, MetaMask, без разницы, в сеть Ethereum. Добавляете новую монету, вставляете эту ссылочку, у вас все прописывается и открывается новая монета. Вы копируете на нее адрес, вставляете вот ниже вот этой вот оранжевой, у меня ее уже нет, да? Вставляете туда свой адрес. Клейм добавить, да, и у вас появляются вот эти монеты. Также приглашайте своих партнеров, реферальная ссылочка вот сверху, по 2 миллиарда за каждого партнера, но не более 20 человек, то есть 40 миллиардов вы можете здесь залутать. Когда у меня будет более 20 миллиардов, я смогу вывести, то есть нажимая кнопочку выплатить, да, вот написано минимум 20 миллиардов. Все, вот такой вот проектик, обязательно заходите. И еще один, Star Network. Обязательно здесь вот тоже все это делаем. Каждый час заходим вот в верхнее Draw Power Up. Сейчас она у меня, конечно, не активна. Там таймер стоит. Да, вот таймер закончится, выпадают шарики. Но они, соответственно, ХП добавляют на добычу. Нижняя вот Draw Libra, да, тоже получается. Время заканчивается. И там тоже ХПшечка на сбор монеты. Claim Now — это у нас лотерейки, вот я собираю точечки под числами, я недавно зашел в проект и тоже понемножечку лутаю. Всем остальным, кстати, вот Nexo тоже заходите обязательно, на сайте все это есть, здесь у меня 30 тысяч монет, регистрировался еще в прошлом году, до аирдропа осталось 30 дней, так что обязательно заходите. Обязательно присоединяйтесь. Надеюсь, проект выстрелит. У меня тут 33 тысячи. Так что всех жду. Спасибо за обзор. Заходите на YouTube канал. Заходите на мой сайт. Каждый может. Здесь много интересной информации. Вот, кстати, минималочка по выводу различных монет в этих проектах. Вот BNB Games я недавно добавил. Телеграм, общий чат, можете писать комментарии, свои скрины размещать, задавать вопросы, вообще без разницы. И здесь же очень много кранов. Краны, пожалуйста, собирайте монеты. Это просто халява. Каждый час заходите, собираете. Вот Нео добавилась монета, да, вот NEM различные.
Также есть аирдропы здесь. Добавил приложения для мобильных, такие как Sweetcoin и все остальные, там где за ходьбу и за всякие различные приколы. Форекс без депозита. Но отдельная тематика, кому интересно, без вложений на Форексе можно. И форум «Деньги за посты». Классная бомбейская тема. За одно сообщение минимум 40 рублей, максимум 3000. Зашли, зарегистрировались. Не знаете, как действовать, напишите мне, я вам скину обучающее видео, как вообще зарабатываются реальные деньги. Реальные, то есть тут огромные суммы можно зарабатывать. В конкурсах разыгрывается по 500 000, по 240 тысяч рублей. То есть вывод вообще без проблем, неважно из какой вы страны, пофиг. Участвуйте, обязательно присоединяйтесь. Спасибо всем, кто посмотрел. Ставьте лайки, хотите подписывайтесь, хотите нет, мне без разницы. Я зарабатываю свои деньги, вы зарабатываете свои деньги. Всем удачи, всем пока.